Всем привет! Очередной набор от 4М для создания гипсовых магнитиков на холодильник. На этот раз у нас, как вы видите, гоночные машины. В наборе должно быть 6 разных трафареток для создания машинок. Вот они. Показываем. Вот такая вот трафареточка, куда заливается гипсовый уже растворчик, застывает, вот здесь уже налито, вот, потом вынимается это все, разукрашивается кисточка и краски в наборе, затем уже наклеивается магнитная лента, разрезана на кусочки, ну и вот на холодильнике висят творения. It's so cool. Давайте смотреть наш наборчик. Достали мы все из пакетика. В общем, он был вот такой вот весь белый. И там внутри рассыпанный гипс, я так поняла. Не знаю, как он мог там надорваться. Это вот этот пакетик, я так понимаю. Два пакетика здесь с гипсом. И вот вы видите, сыпется. Где-то в нем есть дырочка. Я уже не буду тут сильно его трогать. В общем, будем иметь в виду, что один пакетик у нас надорванный, скорее всего. Думаю, не очень страшно. Мы сделаем фигурки. Два пакетика. В этих наборах бывает один пакетик с гипсом, бывает два. Двух пакетиков можно сделать в два раза больше, как вы поняли, вот этих вот фигурок. В данном случае машинки. Можем залить из других наборов. Там динозавры там нам нравятся. В общем, один пакетик можем сделать машинки, другой динозавры и так далее. Краски есть. В красках. Что тут у нас? Кисточка. А кисточка у нас здесь не в пакетике. Вот она отдельно. В этом наборе все немножко странно. Так, вот. Еще есть две булавочки для создания значков и вот такая магнитная ленточка. Все, будем загружать пока что назад в упаковочку, и потом у нас ребенок сделает все, что надо. Наборчик рекомендуем. Ну, смотрите, видите, попадаются такие вот небольшие неприятности. Ну и мы покупали не на подарок себе, поэтому, я думаю, сделаем и из этого. Всем спасибо за внимание.